Добрый день, дорогие друзья, дорогие наши подписчики и кто впервые на нашем канале. С вами компания Arbat Homes и я ее представитель Мунира. Сегодня мы с вами находимся в районе Махмутлар. И за моей спиной такая достопримечательность античного города Наула. И сегодняшнее наше предложение будет именно у подножия этого города. Перед тем, как перейти на сегодняшнее наше предложение, хотелось бы поделиться информацией. Компания Arbat Homes во главе с Асамом Баштовым будет с визитом на Украине. А именно 22, 23, 24 октября город Днепр, 25, 26 октября город Киев. Итак, дорогие друзья, если вы хотите лично встретиться с Асамом Баштовым и задать все интересующиеся вопросы о недвижимости и жизни в Турции, успейте записаться на встречи по номеру, который вы видите на ваших экранах. А теперь, дорогие друзья, хочу пригласить вас посмотреть сегодняшнее наше супер предложение. Итак, дорогие друзья, мы уже с вами находимся на проекте. Проект у нас состоит из 4 блоков 12-этажного здания. Имеет планировки 1 плюс 1, 2 плюс 1, 3 плюс 1 дуплексы. Хочу подчеркнуть такой момент, друзья. 1 плюс 1 планировка имеет 3 типа квартиры. Это первая 56 квадратных метров, второе 76 и третий тип, самый большой, держитесь, друзья, 85 квадратных метров. Сейчас я с вами нахожусь в планировке 76 квадратных метров. При входе в квартиру мы видим вот такую стальную качественную дверь. Хочу подчеркнуть именно качество этой постройки. Состоит из двух замков. Стальная. С левой стороны у нас большой шкаф, где вы можете разместить свои вещи, а также установить стиральную машину, где уже все выводы для воды и для электричества все подведено. С правой стороны у нас имеется санузел, довольно-таки просторный. Установлена вся сантехника, раковина, унитаз, душевая кабина. А сейчас мы с вами проходим в салон, совмещенный с кухней. Также хочу обратить ваше внимание на кухню. Выполнена в светлых тонах, сама квартира довольно-таки просторная и света. Хочу обратить внимание на шкафы. Они сделаны с доводчиком. Также идет МДФ лаке. Гранитная столешница, раковина и каленое стекло. Как у нас это называют? Фартук на кухне, да? А теперь хочу пригласить вас в спальную комнату. Она довольно-таки тоже просторная, большая. Хочу также обратить внимание на межкомнатные двери. Они тоже из качественного МДФ и поверхность лаке. Стеклопакеты здесь алюминиевые с двойным остеклением 8 мм в толщину. Между остеклением имеется газ, где не пропускается холод или тепло в зимний и в летний период. Дорогие друзья, еще такой момент. Фишка, так скажем, в кавычках этих планировок, они имеют все два балкона. То есть тут уже можете определиться с видами. Если вас заинтересует каждая планировка этих трех типов, напишите по телефону, который вы видите на экранах. Мы индивидуально вам вышлем планировки, а также прайс-лист. А теперь пойдемте на балкон. Друзья, посмотрите, какой вид за моей спиной. Это старый античный город Наула, где мы с вами недавно были, а также вид на наше Средиземное море. Подчеркну еще раз, немаловажно, прям хочется всегда-всегда напомнить. Все уже знают, как у нас сейчас строят планировки 1 плюс 1. Это необычный проект, где с необычными планировками. Здесь имеется два балкона, в одном из которых сейчас нахожусь. Это выход с салона, где совмещена с кухней. Здесь можете устроить зону релакса. По желанию можете застеклить или же оставить этот вид открытым, поставить небольшой столик, также кресло-качалку. А второй балкон со спальней можете использовать как хозяйственную комнату, допустим, поставить сушилку, сушить белье или же застеклить и использовать как еще небольшую комнату. Итак, дорогие друзья, самое главное, всем, наверное, интересна стоимость такой квартиры. Цена от 56 500 евро. Соответственно, конечно, цены растут в связи с этажом и с панорамным видом. Кому станет интересно, еще раз, друзья, пишите на номер на ваших экранах, Viber, WhatsApp, Telegram, везде, где вы нас знаете. Мы вам индивидуально отправим прайс-лист и планировки каждой квартиры. В
комплексе имеется богатая инфраструктура, как зимняя и летняя. Это крытый-открытый плавательный бассейн, зона барбекю, детская игровая площадка на территории, то есть на открытом свежем воздухе. Также крытая детская игровая площадка, сауна, хамам, массажные комнаты, финская паровая, соляная комната. Но все, что нужно для вашего комфортного жилья. Еще раз напоминаю, дорогие друзья, что компания Arbet Homes во главе с нашим президентом Асимом Баштугом будет с визитом на Украине 22, 23, 24 октября, город Днепр, 25, 26 октября, город Киев. Если хотите записаться на индивидуальные встречи, то поспешите, места ограничены по телефону, который вы видите на своем экране. Мы вас запишем и рады будем встрече с каждым. Итак, давайте подведем итоги. Сегодня мы с вами смотрели новый проект на стадии строительства, который заканчивается 22 октября. Состоит из 4 блоков 12-этажного здания. Имеет богатую инфраструктуру, а самое главное – цены от 56 500 евро за 1 плюс 1. Ну, там уже, исходя по вашему желанию, вам подберем также планировки 2 плюс 1 и 3 плюс 1 дуплексы. Находится он в районе Махмутлар, буквально 500 метров от Средиземного моря, и вся социальная инфраструктура в пешей доступности. А я с вами не прощаюсь, говорю до новых наших предложений. До свидания.